С вами компания Электромотор. Сегодня у нас на обзоре топ продаж 2021 года. Мотокоса оригинальная от компании Honda. Моделька у нас называется OMK-435. Моделька вот с таким прямым валом. На конце он либо косильная головка. Также в комплекте идет нож. И можно ставить нож. Давайте сразу скажу про особенности. Значит, может быть, моделька у нас OMK-425, может быть, 435. То есть, может быть, вот такая же вот мотокоса, только с двигателем Honda GX-25. Видите? Это вот с двигателем Honda GX-35. То есть, там одна лошадка, тут где-то 1,4 лошадки, ну, 1,5 лошадиных сил. То есть, на 50% более мощный двигатель. В чем особенность данного двигателя, почему Honda и почему не стоит брать какой-нибудь другой бренд? Значит, двигатель, обратите внимание, у нас четырехтактный. Масло, бензин поставляется отдельно. То есть отдельно бачок для масла, отдельно бачок для бензина. Что позиционирует Honda и что гарантирует Honda? Honda гарантирует, что данный двигатель смазывается в любом положении. В любом, каком бы вы его ни поставили, идет смазка рабочих частей. И там на отказ какие-то сумасшедшие характеристики по двигателю. Значит, очень много подделок. Вот на мотокосы Honda, ну, подделок просто миллион. Причем не бывает этих вот мотокос Honda GX-35. Двигатель GX-35 бывает, мотокос Honda GX-35 не бывает, как и мотокос Honda GX-25. Значит, только именно в такой маркировке UMS. Кроме того, оставили коробки, посмотрите, коробки цельные. Не бывает, как, знаете, в китайских, скрученный вал отдельно, маленькие коробочки и отдельный моторчик. Все поставляется в больших коробках. Внутри идет цельный металлический вал. Посмотрите, какая новинка, бесключевое управление самой ручкой. Ручка у нас велосипедная, показываю близко. Яркие цвета, очень приятный пластик, классно прорезинено здесь, удобно в управлении. Здесь одним винтом вы можете повернуть и в транспортировочное положение поставить, и переместить выше-ниже. В общем, все настройки одним винтом, никакие ключи с собой носить не надо. Значит, если на нож защита, вот как выполнен сам нож. Кроме того, в комплект еще идет такой вот плечевой у нас ремень. Ну, по качеству, я не знаю, сейчас я открою. Если вы видели китайское, то это небо и земля. То есть похоже, ну не знаю, на обивку автомобиля, наверное. Я вот по качеству, по ремням, по... Сейчас вам поближе покажу. В общем, посмотрите, как оно выполнено. Какой вот здесь вот. То есть очень похоже вот мне на обивку автомобиля. Не какая-то, знаете, дешевая такой вот пластик. Вон как выполнены карабинчики. Так, давайте еще попытаюсь немного вам дать советов, чтобы вы не купили залипушную Honda, а купили что-то более-менее оригинальное. Значит, на каждом моторе Honda стоит, видите, вон, выбита Honda, ну, просто прямо на литье Honda GX-35 и выбит серийный номер. Однозначно должна быть на каждом моторе голограмма Honda. То есть, на что стоит обращать при выборе мотокосы, это однозначно на то, чтобы покупать, ну, купить оригинал, а не купить какой-то а-ля Honda, собранную в каком-то китайском городе. Значит, производятся все Honda во Франции на заводе Honda. Показываю близко. А вообще, как бы совет, покупайте
у официальных дилеров, уполномоченных дилеров. Техника дорогая, там экономить не стоит. Если хотите сэкономить, введите промокод от нашей компании Трава2020 и каких-то 5% вы сэкономите. Прямо в строке заказа введите промокод. Ссылка на сайт в описании обычно у нас. Хонду советуем. Хонда номер один по качеству. Ничто другое к Хонде не приближается. Это я вам говорю свое оценочное суждение и мнение. В общем, если вы смотрите данный обзор и думаете, то не думайте. Лучше чуть-чуть подкопить денег и взять Хонду. По комплекту сказал, по внешнему виду вы видели. Никаких заусенец, никакого плохого литья, никакого говняного пластика в оригинальной Хонде нет. Нашли что-то такое в своей Хонде, значит, она не совсем то, что вам нужно. Очень много подделок на движки. В общем, на все куча подделок, поэтому прежде чем купить, либо разувайте глаза, снимайте шторы, ну, либо покупайте у официальных дилеров, какими компания Электромотор является. В общем, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Контактный телефончик 5300 38.